przypadku, no po prostu pogladziemy starszego. Станет 25 килограмм. Егор Прощенков. Первый подход. Вес защита. Данила Сазонов, первый подход. Вес защита. Егор Прощенков, второй подход. Данила Сазонов, второй подход. Первый к этому весу подойдет Егор Прощенков. За ним Данила Сазонов. А к весу 40 готовится Данила Щербаков. Данила Сазонов, третий защитный подход. Без защиты. Установите 40 килограмм. Щербаков Данила, первый подход. Готовится Паршунин Алексей. Защита. Паршунин Алексей. Первый подход. Готовится Саратов Данил. Защита. Саратов Даниил, первый подход. В 245 готовится Шалгуба Денис.
без защиты. Установитесь 45 килограмм. Шалгуга Денис, первый подход. Без защиты. Щербаков Данила. Второй подход. Готовится Паршунин Алексей. Защита, сопровождаю штангу. Паршунин Алексей, второй подход. Готовится Саратов Даниил. Без защиты. Саратов Даниил. Второй подход. 247 готовится. Паршунин Алексей. Без защиты. Установите 47 килограмм. Паршунин Алексей, третий заключительный подход. К весу 48 готовится Нужникин Максим. Подъем неудачный. Закончился результатом 45 килограмм. Установите 48. Отсюда двоеборья. Паршунин Алексей набрал 78 килограмм. Держите Максим. Первый подход. От веса 50 готовится Фомин Дмитрий. Без защиты. Установите 50 килограмм. Без защиты. Шалгуга Денис. Второй подход. Thank you.
Подход неудачный. Закончил с результатом 45 килограмм. Саратов Даниил, третий за 4 подхода. Продолжение следует...
килограмм центр установить 75. Шмелёк Сергей. Первый подход. Готовится Андрусов Кирилл. Андрусов Кирилл. Первый подход. Готовится Трунтаев Макар. Привет, защита. Готовится различный Катерил. Две защита. Различников Даниил, второй подход. Готовится Городинов Владимир. Подъем неудачный. Спортсмены, есть еще одна попытка. Подъем неудачный. Ставите 80 килограмм. Установлен Исаулов Алексей, первый подход. Готовится Михаил Юрий. Без защиты. Михаил Юрий, первый подход. Готовится Шмелев Сергей. Без защиты. Шмелев Сергей, второй подход. Готовится Андрусов Кирилл.
Вес защита. Андрусов Кирилл, второй подход. Готовится Трундаев Макар. Вес защита. Трундаев Макар. Третий заключительный подход. К весу 81 готовится Лоховедов Михаил. Вес защиты. Установите 81. Трундаев Макар. Закончен толчок с результатом 80 кг. Вес защита. Установите 83 килограмма. Вес установлен. И Саурков Алексей, второй подход. Готовится Юкшин Александр. Вес защита. Ассистент, остановите 85 килограмм. Вес установлен. Люкшин Александр, первый подход. Готовится Назаров Илья. Вес защита. Назаров Илья, первый подход. Готовится Михайлов Юрий. Вес защита. Михайлов Юрий, второй подход. Готовится Лоховедов Михаил. Вес защита. Лоховедов Михаил, второй подход. Готовится Шмелев Сергей. Thank you.
Вес защита. Шмелев Сергей, третий заключительный подход. Готовится Андрюсов Кирилл. Подъем неудачный, закончил толчок с результатом 80 кг. Андрусов Кирилл, третий заключительный подход. Готовится Исаулов Алексей. Подъем неудачный, закончил толчок. С результатом 80 кг. Исаулов Алексей, третий заключительный подход к весу 88, готовится Михайлов Юрий. Вес защита, ассистент установки 88, Исаулов Алексей, закончил толчок с результатом 85 кг. Вес установлен, Михаил Юрий, третий заключительный подход, готовится выходной Михаил. Вес защиты, закончил толчок с результатом 88 кг. Лоходынов Михаил, третий заключительный подход к весу 90, готовится Ильин Андрей. Подъем неудачный, закончил толчок с результатом 85 кг. Ассистент установите 90. Вес штанги 90 кг. Грибачев Григорий, первый подход. Готовится Люкшин Александр. Вес защита. Люкшин Александр, второй подход. Готовится Назаров Илья.
Автоматическая надпавка установите 97 килограмм.
Поступила тебе заявка. Ассистенту установите стол. Вес установлен. Грибачев Григорий, третий заключительный подход. Готовится Ильин Андрей. К сожалению, подъем неудачный, закончил толчок с результатом 95 килограмм. Ильин Андрей, третий заключительный подход. Весом 115 килограмм, готовится Быков Артемий. К сожалению, подъем неудачный, закончил толчок с результатом 96 килограмм. Ассистент, установите 115 килограмм. Остался один спортсмен, Быков Артемий. У него есть три подхода. Если он справляется с весом штанги 115 килограмм, он становится абсолютным победителем нашего турнира. Вес установлен. Быков Артемий, первый подход. Помыться стол. Вот уже нам катят диски, потому что для Дмитрия Клокова эта штанга очень легка. И вот уже с каждой стороны будет у нас по 4.25. Мы ждем, он разминается. И думаем, что покажет он нам сегодня что-то интересное. Без штанги 120 килограмм. Выкуп активный второй подход. 2 минуты на подготовку. Выкуп активный второй подход. Итак, второй подход. Выкуп активный 120 килограмм. Мы ждем Артемия.
Ассистенты, установите 125 килограмм на штангу. 25, сразу на 5. На 7 килограмм хочу увеличить свой личный рекорд. В смысле, на 3. Внимание, быков Артемий, третий заключительный подход. Итак, если Артемий подтолкнет штангу весом 125 килограмм, он установит личный рекорд. Поддержим спортсмена, поддержим! Давай, Артемий! Весовая категория свыше 77 килограмм. Третье место занял Грибачев Григорий, сумма наиболее 170 килограмм. Второе место занял Ильин Андрей, сумма наиболее 173 килограмма. И победителем в этой весовой категории стал Быков Артемий. Сумма наиболее 221 килограмм.